Всем привет, с вами Давид, также известный как СУС. Я вам расскажу про аддикцию и какой вред от нее может быть. Точнее, про компьютерную. Так, у ребенка, который прикован к компьютеру, нет серьезных увлечений, интересов, хобби. Также у него нет друзей, серьезное обвинение. Он хочет только одного. Все время сидеть за компьютером. А также все переживает абсолютно все, что происходит на мониторе. О, Господи, Боже. Какой кошмар. Ну, это правда. Как же он очень сильно злится, когда ему кто-то звонит. Товарищ! Не понимает запретов родителей. Вырастешь, поймешь. Также не двигается. Не хочет гулять с друзьями и читать книгу. Именно это и есть и компьютерная зависимость. А также он... Самое ужасное заменяет настоящие отношения виртуальными. Эй, послушай меня. Мы, в общем-то говоря, встречаемся уже несколько месяцев. Я хочу услышать твой настоящий голос. Это время, это был я, ну там он прикалывался. Чувак, ты встречаешься в виртуальной реальности, займи жизнь. Как только он просыпается, то он сразу же автоматически садится за компьютер, из-за чего часто нарушается режим сна. Кроме этого, еще нарушается питание. И меняется настроение, и вот так далее. Его не интересуют взаимоотношения с семьей и друзьями. Сыночек, вставай, еда готова. Меня взаимоотношения с тобой не интересуют. Твоя следующая фраза будет «Не выключай компьютер», да? Я угадала? Нет, не выключай компьютер. Все это через некоторое время может привести к серьезным физиологическим, а также психологическим проблемам. Однако ребенок не признает свою зависимость и называет это увлечение. Таким людям срочно нужна помощь. Разорвите цепь компьютерной зависимости, перейдите к реальным играм, таким как, например, как баскетбол, к примеру, и футбол, и другие игры. Если вам это понравится, и получите еще больше удовольствия от выключенного экрана, и сможете лучше спланировать свою реальную жизнь. 21 век не мыслим без технологий. Но решение проблемы заключается в том, чтобы правильно распределить время и изменить поведение, занимаясь теми активностями, которые вас интересуют и приносят вам пользу. С вами был Давид, также известный как СУС. До свидания, и весь материал взят с 113 страницы учебника по гражданству.